two for 31. They spent a lot of time at practice yesterday on the power play. Nash breaks through, and a save by Scrivens. Oh, great move by Rick Nash. Fabulous save by Ben Scrivens. Made the pass. Here's McDonough. One quick pass to Stepan, then to Nash, and then that move. You see, he had Scrivens going to his left, and Scrivens had to put on the brakes. Watch him put on the brakes with the left leg. Oh, better get back. Oh, what a save. Great scoring chances. Whitney into the slot. Whitney gets away from Kessel, shoots, glove save. Holy mackerel, what a save. Scrivens cuts down. Whitney with that blow. Бен Скривенс – улыбчивый новичок «Динамо» и континентальной хоккейной лиги, но уж никак не новичок в хоккейном мире. Его имя хорошо известно поклонникам североамериканского хоккея, ведь в послужном списке именитого голкипера такие мамонты НХЛ, как Торонто Мэйпл Ливс, Лос-Анджелес Кингс, Эдмонтон Ойлерс и Монреаль Канадиенс. Вдоволь поиграв за океаном, Бен решил круто изменить вектор своей карьеры и перебрался в Минск, где, кстати, уже бывал. Каждый игрок, конечно, мечтает играть в НХЛ как можно больше, но так получилось. Я решил, что переехать в КХЛ прямо сейчас – это лучший вариант для меня. Я думаю, что я сделал очень хороший выбор. Тем более я был в Минске на чемпионате мира, я знаю этот город, он мне очень понравился, но тогда не было возможности его толком посмотреть. И вот сейчас я здесь, и мне это нравится. I'm just happy to be in Minsk. The guys have been great with me so far, trying to teach me as much Russian as they can. But ребята приняли меня очень хорошо, пытаются научить меня русскому языку, насколько это возможно за такой малый период времени. Пока все это идет очень медленно, но в целом я стараюсь. Что касается тренировок, то я играл пока всего пару матчей, и игра в КХЛ серьезно отличается от того, к чему я привык в НХЛ. За океаном парни играют более прямолинейно, а здесь игроки стараются отдать пас, чтобы вывести партнера на открытые ворота. Работать в новой команде, да еще и в новом для себя формате площадки, нелегко. Но Бен очень старается как можно быстрее вникнуть во все тонкости и, конечно, привыкает к новому языку. Я знаю несколько слов, знаю даже одно плохое слово, но я его говорить не буду. А из тех, что я знаю, это... Спасибо, пожалуйста. Как дела? Хорошо. Я учу алфавит сейчас, и если у меня есть время, я могу его вдумчиво прочитать, по слогам, как маленький ребенок. Но постоянно я делаю ошибки в ударениях, и у меня не так часто получается произносить что-то правильно. Бен, как и все представители североамериканского хоккея, умеет и любит общаться с болельщиками и прессой. На взгляд нашего героя, это и есть часть большой хоккейной профессии. Я люблю все это движение, люблю разговаривать с прессой, люблю общаться с болельщиками. Мне кажется, что пресса меня любит, потому что, когда я общаюсь с прессой, я стараюсь дать наиболее полные, конкретные, прямые ответы на все вопросы. У меня есть свое мнение на многие вещи, я хочу им делиться, я считаю себя открытой книгой для прессы. Вы можете задать мне любой вопрос, и я дам вам правдивый ответ. Он может вам не понравиться, но тем не менее, это будет моя позиция. Жена Бена, как никто, понимает его профессию, ведь она тоже играет в хоккей. Более того, она тоже голкипер. Так что вратарское дело своего рода семейная профессия. Конечно, здорово, что мы с женой занимаемся хоккеем. И даже одним и тем же делом. Мы оба голкиперы. Но мы стараемся не говорить часто о хоккее. Можно даже сказать, что это своего рода запретная тема. Хоккей — это работа для каждого из нас. И когда ты уходишь с работы, ты хочешь отпустить все мысли о работе и сосредоточиться на чем-то другом. You need to be able to leave the rink and everything is good away from that. You don't worry about hockey when you're not at the rink. Новый голкипер «Динамо», кстати, отлично вписывается в образ настоящего зубра. Ведь минчане всегда славились своими социальными акциями. А у Бена самая что ни на есть активная позиция в этом плане. Any time that you can help people,
Если у меня есть возможность кому-то помочь, я обязательно буду это делать. Сам лично или вместе с командой. Развивать какие-то социальные проекты, помогать тем, кому это нужно. Постараюсь наладить необходимую коммуникацию. Вы знаете, такая активная позиция, она ведь очень важна для спортсменов, причем во всех видах спорта. Мы медийные люди, у нас есть отличная платформа для выступления. На нас смотрят люди, нас показывают по телевизору. И если твой голос может как-то повлиять, помочь людям, ты должен обязательно этим воспользоваться и пустить свои действия во благо тех, кому это нужно. Я считаю, что это обязанность всех спортсменов. Сезон для «Динамо» начнется чуть позже, чем для их соперников по континентальной хоккейной лиге. Это связано с олимпийской квалификацией сборной. Однако уже сейчас Бен готов двинуться в бой. Вперед к победе со своей новой командой. В предстоящем сезоне мы, как команда, конечно, хотим побеждать. Это наша цель — показывать лучший результат. Ведь никто не хочет приходить в команду, которая будет проигрывать. Все приходят в тот коллектив, который хочет побеждать. Что же касается лично меня, то я хочу давать команде шанс. Шанс хорошо провести игру, шанс пропустить как можно меньше шайб, шанс выиграть сегодняшний поединок, эту команду, для того, чтобы потом также настраиваться на другую встречу, на следующего соперника. Maybe we will. You know, you want to do everything you can to try and win. So.